Але якщо ми не знаємо історії нашої, то я вам хочу сказати. Єшуа. Вперед, треба почувствувати ти. Твоя нога, одна ли вторая, вперед, впереди. Ашмина, Бема Алок, Дошим, Ори, Кезохар, Ахатракия, Маскарин. Шалом. Хаверим. Честно кажучи, я, це для мене якби здивування, що я тут делаю. Що я тут делаю? Загадка, ну, вот, і для мене це було б що неожиданностью, несподіванкою, ось, опинитися тут, это как, знаете, і до сих пор пытаюсь разобраться, що делать, типа, ну, находясь среди таких людей, как, тут вообще, ну, сам Дарий, супругой. Мы с ним встречаемся в неожиданных местах. Хочу вам таки сказать. Знаете, он способен расчленить слово на цифры и цифры на предложения, и это все завернуть куда-то, знаете. И вот это вот вкуп, вот, совершенно верно, понимаете. И думаю, это ваше? Понимаете, ну, это наше достояние. Ну, с другой стороны, Валентин Свенки, я не знаю, есть место, куда не ступали ваши ноги на планете Земля? Понимаете, ну, то есть я теряюсь, реально теряюсь и не знаю, что делать и что говорить. Ну, один момент, который меня как бы успокоил, знаете, когда мне пришло приглашение поехать сюда, то я... ну, так, знаете, в мыслях даже не могу сказать, что когда там молился особо, там, говорю, Господи, что говорить, ну, что делать, типа. И Всевышний, и слово такое пришло, что дом мой, дома молитвы назовется. И когда Ребе сказал с этого места, то я понял, что таки надо в эту сторону что-то сказать, правильно? Ну, что... И откроем такие... место, где оно было озвучено второй раз. Ну, то есть второй раз, соответственно, сказал его кто? Повторил. Йешуа. Вот. И, походу, знаете, он его говорил в трех Евангелиях. Одно и то же событие описывается в трех местах. Представляете? Ну, когда-то я Стерна читал, так он говорит, что он три раза это делал. Ну, то есть, когда он ходил на праздник, он всегда, по сути, ходил на праздники, вот, потому что Йешуа, он же Иисус Христос, все-таки родился в нормальной еврейской семье, был евреем, исполняющим все заповеди, законы, предписания, даже делал это лучше, чем другие, понимая их смысл, их суть, вот. И в один из праздников он приходит в храм Иерусалимский, да, и начал все странно вести, слушайте. Ну, и вот Евангелие от Матвея, 12 глава, ой, 21 глава, 12 стих говорит: «И вошел Йешуа в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и с камней продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Ну, по сути, вот это вот, знаете, оно как-то пришло в меня, и начал размышлять, что какой-то, представляете, пришел в храм. Ну, как вы себе это представляете? На то время, знаете, храм это не было, даже самая большая церковь в мире, наверное, она даже близко не может отобразить то величие храма, которое было на то время, потому что когда это был храм Ирода, который вмещал в себя от 200 тысяч до 215 тысяч людей, которые собирались там.
То есть это было огромнейшее по своим масштабам, значит, строение. Вот, представьте, 200 тысяч мужчин, все в храме, и тут вдруг приходит туда человек, да, то есть берет, делает какой-то бич и начинает вести себя, ну, из ряда вон выходящего, типа, ну, чтобы вы понимали, что это же было еврейское заведение, отношение к деньгам, наверное, более скрупулезнее, ни в одном районе, этом народе нету такого отношения к деньгам, к бизнесу, как среди еврейского народа, вы понимаете, да? И то есть, когда ты приходишь туда, например, ты понимаешь, что тебе за ту цену, которую тебе предлагают, ты не возьмешь этот товар, пока ты ее, по крайней мере, не опустишь там вдвое, втрое, как удастся, знаете. И, по сути, это даже стало традицией в еврейском народе торговаться. И у нас даже во Львове открыли открыли жидивскую кнайпу, знаете, заведение, кто был. Сейчас ее что-то закрыли уже. И особенность этой жидивской кнайпы была в том, что там не было установленных цен. То есть ты заказывал, что тебе нравилось, но насколько ты договоришься с официантом, столько ты и платишь. И к ней приехали. Что вы говорите? Представляете? Бесплатно дали. Ну, и приехали ко мне друзья с Киева. Они хотели там что-то, какой-то бизнес открывать, пригласили меня в кнайпу. Говорят, давай с тобой сходим там в эту жидивскую кнайпу. Я думаю, ну идем. Сидим, знаете, заказываем, едим. Все, что только вот тебе нравится в меню, все и берем. И что? Ну так, не, лангусты. Лангустов не было. Да. И, короче, и говорят, знаешь, что мы тебя сюда позвали? Я говорю, чего? Тут, говорят, торговаться надо, вот это твоя роль будет. И думаю, мама дорогая, да ты что? А она ж пришла, официантка, усадила нас от старших там, знаете, до младших, вот. Ну, то есть начала по еврейским традициям все вот это исполнять. Принесла кувшин, умывала руки, знаете, думаю, сейчас ноги начнут мыть. Короче, все было выдержано, песни пела там, что-то, знаете, там подносила, приговаривала, рассказывала. И когда пришло время, она принесла счет, знаете, она так убрала своим вот этим отношением, что те уже готовы были рассчитываться. Ну, и тут я говорю, ну, так я что, даром кушал? Я говорю, подождите, все, что в торгую, мне потом отдадите. И начинаю с этой официанткой вести торги. Так я, придерживаясь традиции, довел ее бедную до слез, что она говорит, вы понимаете, я ниже себестоимости уже отдать вам, ну, не могу. Я сейчас свои деньги буду доставать, чтобы оплатить за это самое. Ну, и все мы с ней вели вот этот вот момент по поводу традиций. И когда я говорю, женщина, у нас еще 5 минут, начинается шаббат, я вообще деньги в руках держать не буду. Я говорю, так что думайте быстрее, решайте, типа. Ну. И когда она уже таки решилась, знаете, ну то есть, знаете, что мы на ней смиловались, дали ей там больше, но суть самой традиции. Вот представьте себе, то есть традиции еврейские, они пришли в той храм, и приходит Иешуа, а там торговля, то есть в храме, там напишут, что это было уже на территории храма, а не извне. Ну, и когда он увидит всю эту торговлю, вы понимаете, в нем вскипел Дух Божий, да? И что он начал делать? Опрокидывать? Что? Он начал опрокидывать столы миновщиков, там этих голубей, голуби были в жертву, должны были идти. Ну, все это начал разгонять с одним единственным девизом, что «Дом мой, домом молитвы наречется», а вы превратили его в вертеп разбойников. И вот какое-то отношение имеет, знаете, к нашим дням, например, к этому собранию или к какому-то одному человеку, я не знаю. Но что делать? Понимаете, пришло время, и этот громаднейший храм, от него не осталось камня на камне. Ну, стена, конечно, есть, но на то время, вы понимаете, было после того, 70-й год нашей эры. То есть храм не то, что там разрушили, то есть, ну вообще уничтожили все и на протяжении почти что 2000 лет, почти что, да,
То есть никаких движений в сторону восстановления государства Израиль, в сторону восстановления храма, тем более, никаких еще не было. Ну, и вот мы видим, что храма нема, а что делать? И тут появляется мессианская община первая, да? То есть это же Иешуа, который умер, потом воскрес, вот, потом Шхина, которая пребывала в том храме, она почила на первых учениках, последователях Мессии, да? То есть мы видим, что среди них начали совершаться определенные чудеса. Ну, то есть эти чудеса, они превосходили понимание, что если ты читаешь Деяния святых апостолов, то ты видишь, что многие из священников храма, оставляя свое служение, там переходили в общину. Представляете, да? То есть и чудеса были реальны, что там даже касались, короче, одежды апостолов, да? Люди исцелялись, то есть особо не надо было даже им кому-то касаться. То есть любой человек, то есть он идет, тень даже исцеляла, вы представляете? Ну, то есть идет человек, тень падает, он исцеляется. Бесы там уходят, короче, движение было серьезное. И что мы видим? Что храм Божий, то есть это место, в котором пребывал Руах Божий, Дух Божий. И вот когда апостол Шауль, апостол Павел, да, начал свои проповеди, начал поднимать общины среди язычников, то есть в одной из коринфских общин он сказал вот эти золотые слова, знаете, что «разве не знаете», это 1 Коринфянам 6 глава, 15 стих, «разве не знаете, что тела ваши – суть члены Мессии или Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Скажи, один дух с Господом. То есть, если ты соединился с Богом, ты стал с Ним одним духом, то есть в одном духе. И далее говорит, «бегайте от блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены драгоценную ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Кто верит, что в нем живет Дух Божий? Значит, ты храм Божий. А если ты храм Божий, значит, ты уже не свой. Ты себе не принадлежишь, потому что название стоит Божий. То есть, и тут говорится конкретно о теле, что если ты храм Божий, то в тебе кто пребывает? Дух Божий. И теперь представь себе, то есть храм Божий, что делали в храме? То есть приносили жертвы Всевышнему, да? Зачем они эти жертвы приносили? Ну, очиститься, что Богу нужны жертвы, они тебе нужны. То есть тебе нужно очищение, освящение. То есть и все это сопровождалось молитвами. И вот дальше священнослужители в храме, да, чем они занимались? Они же учили народ отделять белое от черного, да, истину от лжи. Ну, то есть они были, должны были стать, ну как, их предназначение было реально, нести учение Всевышнего в эту землю для того, чтобы Бог мог обитать среди своего народа и благословлять этот народ. И при благословении Израиля, то есть Израиль должен был быть благословением для всех народов мира. То есть он должен показать, даже не должен был, а должен показать человечеству, как нужно правильно жить с Богом, ходить перед Всевышним. И когда Бог дал Моше свои законы, да, предписания, сказал, есть ли какой-нибудь народ на земле, которому бы были доверены такие совершенные, да, заповеди, предписания, законоположения, как народ Израиля? Нету. Нету. То есть то, что он сказал, этот образ жизни, который он внедрил в свой народ, вы понимаете, да, он должен был распространиться на все народы мира. И это будет, когда Машиах придет, когда Мессия придет. Все человечество на сегодняшний день, ну как все, может не все, но большинство ждет, как вот представитель власти говорил, что все мы верим в одного Бога, и есть разные
знаете, деноминации, там, конфессии, конгрегации, но все же ждут еврейского мессию. Все христианство ждет еврейского мессию. Хочет оно или не хочет, но он пообещал, что вернется в Иерусалим. Если ты поедешь в Израиль, то ты увидишь там каждое чудо, где еще что-то делал, да, стоит храм православный и католический. Православный и католический. То есть я когда первый раз приехал в Израиль, я просто-напросто был поражен и думал, что самые большие храмы это во Львове. Но когда приехал туда, я просто думаю, это что, это там вообще храм на храме, храм на храме. То есть куда ни глянешь, кругом паломники, кругом, знаете, ехал, мне говорят, не говори, что ты верующий. Ну, будут спрашивать, не говори, все. Ну, я как, знаете, вел себя, ну, не говори, то не говори. Партизана начал играть. 2 часа меня в этой будке мариновала женщина, чтобы выпустить, пропустить туда. Я вам честно говорю, знаете, если бы не слово, по которому я туда поехал, пришел один пророк с Кипра, знаете, в Киеве был, и сидим с женой на семейном таком ретрите, и он живет мою жену, вызывает ее, говорит, женщина в синеньком платье, подойдите сюда. Ну, она подошла, и он говорит, где ваш муж? Вот это меня смутило. Думаю, что не мог сразу сказать, там, подойди муж сюда, знаете, сначала позвал жену, а потом меня. Ну, и говорит, вижу ноги ваши, стоящие у врат Сиона. Наша община Сион называется, знаете. И уточняет, говорит, не духовного, а физического Сиона. Всевышний вас туда повезет, и вы не будете ни о чем переживать, не волноваться туда-сюда. Я думаю, это что, очень красиво говорит, мне понравилось это слово. Я его начал ждать 1, 2, 3, 4, и думаю, шарлатан, ну извините за слово, ну а что можно подумать. Знаете, время идет, ничего не происходит, короче, ну. 9 лет прошло, представляете, и Всевышний таки повез. Я сейчас фотографировался в рад Сиона, и я даже палец о палец не стукнул, чтобы туда попасть. И поэтому ни одного цента не вложил в поездку. Ну, то есть все шло как по маслу. И когда я оказался в этой будке у этой женщины, знаете, вышла такая симпатичная мадам, знаете, я даже думал, что это какая-то группа, ну, типа Ашера, знаете, ну, села, через минуту она превратилась в фурию реальную, знаете. Она выбивала с меня, используя все психологические, слава богу, не физические методики, знаете, почему я еду сюда. Там у вас там 30 секунд, чтобы сказать цель вашего визита, типа там, ну, понятно, что вы не на работу, понятно, что это, вы террорист, вы там то, вы там все, боже мой, знаете, я думаю, то что я буду напрягаться, вот дядюшка сказал, что типа поеду, значит поеду, знаете, и такие, выхожу отсюда, она говорит, даже не мечтайте в Израиль попасть, потом жена моя, у нас вообще что-то, 13 человек группа ехала, знаете. А последних 2, что с нами ехали, это вообще было. 2 одноклассника, такие 2-метровые. У одного шрам, знаете, на все лицо. Другой вообще, типа, с кульком от АТБ все его вещи были, знаете. Такой, ну, тоже там 130 килограмм и одни мышцы, знаете. И я говорю, ты еще вассервагу возьми и кулек этот на вассервагу, типа, положи, и все будет понятно. И их интересовало... Ну ладно, вот эти. А эти какое отношение к вам имеют, типа, к вашей группировке целой, типа, ну. Ну, то есть было очень весело, знаете. И вот этот пророк, дядечка с Кипра, он дальше продолжил свое пророчество. Говорит жене, вы с мужем, типа, духовные террористы. И думаю, боже мой, это вообще, типа, говорят, и ваше оружие – это молитва. То есть дьявол будет в шоке после ваших молитв, потому что вы будете приезжать, молиться, и после того, когда вы будете уезжать, будут происходить определенные вещи, типа, ну. Я себе думаю, та-то шо? И потом ко мне подходит один молитвенник, говорит, Серега, я вижу базу террористов, короче, знаете, ну, развил, как бы, вот это, как на прикол вытянул, вот. Но я себе такое, знаете, на то время... Как бы думаю, вот дела, в кино попал какое-то, террористы там духовные, еще что-то такое. Ну. И потом приходит момент, и Всевышний такие, если что-то говорит он это начинает совершать, понимаете, да? Он же слово даром, ну, не выпускает. Вот. И
начали происходить вот эти вот моменты в плане террористической группировки, скажем так, духовной базы. Ну, приехал к нам тоже один человек, и у него тоже была вот эта вот молитва, знаете, это было основание его жизни, там все. Вот. И я его попросил, они проезжали командой куда-то там в Европу, ехали. Я говорю, ну поделись там словом общине туда-сюда. И он такой, знаете, был подорванный. Ну, если бы была моя воля, я бы взял палку, закрыл бы этот класс типа помещения и не выпустил бы никого, чтобы минимум 3 часа чистой молитвы как бы не было. Ну, пока вот не отмолитесь чисто 3 часа, вот никто отсюда не выйдет. Ну, потом они там поехали, а оно что-то так засело. Я говорю, ну давайте попробуем там 3 часа помолиться. Ну, и когда мы начали молиться, вот это вот первый раз 3 часа, короче, мы развили это движение до 24 часов, и потом мы начали в Карпатах делать выезды. На 5 суток, знаете, выезжаем в Карпаты и делаем там 3 стражи, например, да, каждая стража там по 7 часов, и так 5 суток, короче, как улей идет. Ну, никаких проповедей, ничего, чистая молитва, типа, вот. И вы знаете, когда мы вот это начали практиковать, то есть я увидел, что есть сила Божья, которая принадлежит каждому верующему, но она где-то спит, она где-то в тебе, короче, находится и не раскрывается. Потому что на 3-й день эта сила начала себя раскрывать. Представляете? Уже вот молюсь, думаю, такой уже замолился, знаете, думаю, уже язык еле что-то там плетет, раз голос говорит. Ну, реальный такой заговорил. Сейчас тебе придут люди, попросят, чтобы ты с ними молился. Не иди с ними. Пусть по одному сюда заходят. Это я почувствовал, что вот я – это я, а вот этот, что говорит, это другой. Вот. И тут раз стучат двери, представляете? Говорит, ребят, идемте с нами помолимся. Я говорю, да нет, говорю, хочешь, заходи сюда, типа. Ну, он только он зашел на балкон, и вот этот вот начал, я как наблюдатель внутри почувствовал себя, а вот этот вот начал сразу, конкретно, знаете, по существу, несколько демонов с него выгнал. Я с этим парнем возился несколько лет, что не мог как бы его направить на этот самый. А тут за минуту, короче, он освободился, с таким перепуганным, дрожащим видом вышел, значит, зашел второй, опять, третий. И вот так вот началось. Я потом спрашиваю, Господи, а что типа ты так в обыденной жизни не проявляешь себя? Ну, знаете, и тут ответил, говорит, зайди выше и увидишь больше. Я думаю, так ты что? И на 3-й сутки дети начали, которые были с нами, тоже пророчествовать начали. Ну, то есть, и это было, это я понял, что есть, это естественно. Просто нужно взойти, понимаете, да, в духе подняться, для того, чтобы сила Божья, которой мы там, например, знаете, ну, кто-то мне живет, кто-то движется, кто-то мечтает, но она может стать реальностью твоей жизни. Ну, то есть и на каждом таком молитвенном выезде были определенные свидетельства. Мы как бы молились, знаете, 6 часов оставалось, и мы свидетельствовали. Просто люди, которые были вообще отстойные, потухшие, какие-то поляки попали, даже не знаю, откуда они там взяли, знаете, приехали 2 дня, сидели, такие забитые, да, перепуганные, знаете, бледные, вот. А потом, когда на 3-й день Дух Божий их пробил, то есть оказалось, что они вообще какие-то или полубаптисты, или полупятидесятники, непонятно что. Но потом, они говорят, первых 2 дня единственные мысли, которые у нас были в мозгах, это убежать отсюда. Мы хотели текать, бежать, но мы в чужой стране, в горах, знаете, не знаем куда. И только на 3-й сутки, когда их пробило это, знаете, то есть сидят, плачут, знаете, с такой радости. Говорят, мы не хотим никуда отсюда уезжать. И вот я понял, что после таких выездов, знаете, у тебя уровень жизни начал меняться. Ну, то есть у тебя, ты в Писании видишь глубину. Ты начинаешь все по-другому понимать, осязать, чувствовать, знаете. И просто нужно это делать. И вот когда Иешуа пришел в храм, да, он увидел вот это вот, что храм начал терять свое предназначение, что люди начали заниматься, придавать ценности каким-то
знаете, ну, может и правильным вещам, но не тому, что нужно определять в храме, он начал это все гнать. И когда я думал об этом слове, вы знаете, я понял один важный момент, что приходит момент в жизни любого человека, когда он устает от своей жизни, если он верующий, да? То есть ты можешь устать от своей жизни. То есть вроде в теологии уже все нормально, короче, а где сила Божья? Где вот эти обновленные чувства, которые расплавляют твое сердце с Творцом, типа, да? Вот. И ты можешь по инерции, из разных причин что-то в своей жизни уже построить без Бога. И когда оно тебе надоедает, твой бизнес может стать рутиной, твоя работа может стать рутиной, твое хобби может стать рутинным, понимаете, да? Вплоть до того, что собака твоя может у тебя забирать время, которое принадлежит Господу или еще чему-то, знаете. Но есть вещи, которые тебя уводят, отвлекают. Суета может тебя похоронить заживо, ну, в которой ты растворяешься и где-то внутри помышляешь, вот там, вот надо провести время со Словом, там, с Богом, с Духом, в молитве. Знаешь, и где ты этого всего не находишь. И когда ты хочешь, чтобы Бог пришел, то когда Он приходит, Он берет бич и начинает это все ломать. Он начинает все это выносить из храма, которым являешься ты, и которому ты сам себе, по идее, не принадлежишь. Потому что написано, что это храм Господень, храм Божий, то есть храм живого Бога. И первое, что ему принадлежит, это служение твоей души. То есть твоя душа должна быть всецело поглощена и озабочена служением Господу. То есть как я могу служить Господу, да? Когда мы читаем послание к Римлянам, 12 глава, там же написана конкретная инструкция, да? Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу для разумного служения вашего. Ну то есть здесь говорится, как правило, если с иврита перевести слово жертва, жертва ола, это жертва всесожжения, да? Где животное сжалось целиком? То есть его не расчленяли, ничего там не мариновали, знаете, оно полностью, какое было, таким и сжигали. И вот здесь, когда говорится, что предоставь свое тело целиком и полностью в жертву, то есть свой дух, свою душу, свое физическое тело, то есть все, из чего ты состоишь, все, что дает определение, что это ты, то есть в жертву его. С какой целью? С целью служения Господу. И не просто служение, исходящее из разума Всевышнего служения. И оно, знаете, когда ты начинаешь, оно без молитвы, согласитесь, ну невозможно. Как ты можешь без молитвы совершать служение? А что такое молитва? Я не имею в виду такую, знаете, молитву заезженную, а молитва, где Бог с тобой разговаривает, где Он тебе говорит, что тебе делать, а не ты Ему составляешь списки, что Он должен сделать. Разницу улавливаете? То есть, раньше, короче, ну, когда я только Всевышний меня к себе привел, то есть, были разные школы там, одна из школ Хейгена, знаете, он учил, что надо делать, чтобы там получать ответы на молитвы. Ну, все делал по инструкции. То есть, первый ребенок, жена забеременела, все. Ну, как правило, я поверил, что это мальчик, вот, провозглашал, исповедовал, ожидал, все как по инструкции, представляете? И тут раз, девочка, все, у меня штопор. Ну, я думаю, Боже, все, вся вера разбилась, типа, все, что писал великий учитель, все разрушилось, все остановилось. Я месяц за меня, кто меня знал, молились, знаете, чтобы я разобрался со своей верой, типа, ну. И потом я уже перестал что-то у Бога просить, то, что мне бы, как начал искать, а что же ж ему, знаете. Вторая девочка уже так более-менее, ну ладно, там третья уже полностью согласился, девочка, то девочка, Барух Ашем, знаете, тебе виднее, что делать. То есть время идет, ты меняешься, все в твоей жизни меняется. И где-то так с каждым годом понимаешь, что, знаете, что-то просить у него, ну, когда ты читаешь слово, оно с тобой разговаривает, если ты живой, правильно? Ну, зачем его тогда читать, если оно с тобой не общается? Вот есть один псалом такой: «Господь пастырь мой, я ничем нуждаться не буду». Читали? Вот, когда-то приехали с Австралии к нам люди, и вот этот человек, пастор, говорит:
Поднимите руки, кого пастор, кого Бог пастор. Ну, понятно, собрание верующие, все подняли. Поднимите руки, у кого есть проблемы. Раз, все подняли. Ну, как правило, думаю, сейчас будет молиться, может, потом еще и подарки какие дадут. Вот. Это ж не без этого. Гости-то заграничные. Вот. И когда, знаете, все подняли, он говорит, не состыковочка выходит. Он говорит, тут написано, что если Господь твой пастор, то у тебя не будет проблем. А говорите, что у вас Бог пастор, и у вас есть проблемы. Так вот, я намного проще решил этот вопрос для себя, когда почитал Севрита это. Там написано, Господь пастор мой, у меня все есть. То есть, а все есть, это самодостаточность. Ну, это у тебя уже все есть. Ну, то есть, то, что тебе надо, если Бог твой пастор, он что делает? Он тебе это дает. А все, что ты начинаешь больше этого просить, то есть оно же может тебя ввести в искушение. Правильно? Тем более, что ты смотришь там, вот люди, элементарное чувство зависти нормальной украинской, да? Что подивився, сусід там побудував другий поверх, а я сижу тільки на першому. Хтось там побудував таку церкву, а у мене ще навіть, знаєте, вот. І ти починаєш із зависті, у кого-то служення большое, у нього маленьке. Тобто і зависть, вона може толкнути тебе на многі необдумані, небожі речі. І коли ти починаєш іскати Господа, тобто підніматися, то в ту меру, в яку ти підіймаєшся, Він починає тобі давати те, що тобі потрібно для вот этого твоего уровня. Это лично, это я вообще не выношу как теорему или закон, это просто делюсь своим как бы опытом личным, потому что я уверен, что когда Рождарий придет сюда, то он расчленит на цифры, на буквы, на молекулы. Оно это любит. Вот. Ну что делать? Знаете, как вот этот говорил, дай Бог памяти, как же его звали, ну? Не Изя. Ребе, пословица, что когда я приду на небо, меня не спросят, почему я не был Зуся. Ребе Зуся. Почему я не был Зуся? Почему я не был... Меня не спросят, что ты не был Моисеем. Я спросят, что ты не был Зусей. И вот поэтому очень важно, знаете, оставаясь самим собой, искать Бога и раскрывать, и довольствоваться тем, что ты такой есть. Потому что зависть, она может нас толкнуть на то, чтобы стать кем-то, сделать себе идола из нормального человека, понимаете, кумира, там, еще что-то. Ну, забывая то, что ты уникальный. Ты уникальный, тебе надо просто развивать отношения с Творцом, чтобы твоя личная уникальность, она раскрывалась в ту меру, насколько ты там раскроешь в себе ее, вот этот вот момент. И я считаю, что без молитвы это тоже невозможно, понимаете, да? И вот сам Иешуа, он для нас является подражателем молитвы, потому что мы видим, он постоянно пребывал в молитвах. Аминь? Постоянно молился. Он постоянно искал водительства Всевышнего. И написано, что он ничего не делал, пока не услышал, не увидел, знаете, что Отец намерен делать здесь на земле. И вот это отношение, знаете, быть действительно Божьими руками, глазами, ногами, вот это вот все, что делает Творец, все делать самому на этой земле вместе с Богом. И это действительно как бы вызов, вы понимаете, да? Кто хочет, чтобы Бог с ним реально жил здесь, на этой земле? Ну реально, по факту. Понимаешь? И тебе нужно платить определенную цену. Потому что после того, когда он выгнал всех из храма, ну вот этих поразгонял, он что сделал? Он исцелил больных и слепых. Знаете, ну вы же много знаете, больше меня даже знаете. Ну, батюшка считает кассу с этим самым, с диаконом, правильно. И диакон, батюшка говорит, вот теперь не скажут, что серебра и злата у нас нету. Диакон ему говорит, да, ну и не скажут, что имею, то и даю, встань и ходи. Знаете, вот. И вот этот вот момент, ревность, понимаете, потому чтобы Бог вживую раскрывал себя лично в жизни каждого человека, ну, то есть вот этот важный момент. Да, можем изучить традиции, найти новые традиции, там, еврейские традиции, церковные традиции, мессианские традиции. Знаете, это, не знаю, многие традиции есть хорошие, если они выгодные, многие не очень, если напряженные. Вот, ну, что делать? Ну, суть не в традиции, суть в живом Боге. Чтобы у тебя были
отношение с живым Богом, который расправлял, расплавлял твою душу, твои мозги плавил, понимаете, чтобы эти встречи, они всегда оставляли определенный отпечаток в твоей жизни, в твоем духе. Ну, и вот эти моменты, я считаю, они очень важные. И вы знаете, иногда Всевышний может тебя повести куда-то туда, куда ты даже, ну, оно превосходит разное понимание. Всевышний когда-то Йону повел в этот, Ниневию, да? Вот. Представляете? Народ там вообще был безбашенный греха ради. Но Всевышний решил этот народ спасти. И когда Йона ходил, проповедовал там, да, они покаялись, и Всевышний отменил этот тонкий момент. Ну, и вот на сегодняшний день, знаете, Йона, я сначала думал, знаете, что Йона боялся туда идти, потому что там страшные грешники сидели. А оказывается, что он боялся не хотел по другой причине идти. Уже потом говорит, ну я так и знал, что ты Бог милостивый, долготерпеливый, что ты вот это вот сделаешь из меня клоуна, я тут ходил 40 дней, говорил, покайтесь туда-сюда, суд Божий придет, а ты вдруг взял и отменил. Это подвох, как всегда, типа, ну, вот этот куст вырастил, потом сразу его забрал. Знаете, опечалился человек. Ну, у нас вообще не прошел интересный еще и момент, знаете, в котором мы как бы находимся. Ночные молитвы у нас всегда. Ну, с первых дней общины, как запустили, так и держим эту линию. Ну, может меняться только место. Ну и там снимали мы у харизматов место, и они начали нам поднимать цену. Знаете, сначала опустили как бы бесплатно, молитесь, слава Богу, а потом пошла жара. И потом уже один человек там умер, ну, предводитель, не, это не было, да, потом второй, знаете, и цена растет. Я смотрю, что нам невыгодно становится, знаете, ну, хоть молитвою, там все, патриотизм есть, но, слушайте, деньги уходят, знаете. Вот, и тут мне звонит один человек, каже, мы чули, что вам треба там приміщення для молитви. Я говорю, ну, то надо, да. Ну, то приїжджайте, там батюшка, я говорю, батюшка з вами поговорить. Кажу, який батюшка? Ну, отче, типа. Ну. Я думаю, який отче? Ну, ви можете молитися в нас в храмі. І думаю, в храмі мені ще молитись не хватало. Ну, лучше там денег заплачу. Ну, такой назойливий був. Три рази в день мені дзвонив. Я ще заподозрив, що у нього щось, знаєте, ну, у назойливих бувають такі відклонення умственні. Ну, він достав мене, я думаю, ну, ладно, їду, все. Поїхав до того батюшки. Сидимо, общаємося. Він отче, настоятель Римо-католического храма, знаєте, і говорю йому, ну, от, видите, він каже, вам треба місце для молитви? Я говорю, та треба, ну, то можете тут молитися. Я думаю, вопрос, как вы думаете, какой у меня возник? Сколько? Сколько, типа, обойдется? Кажу, ну а сколько бы это коштовало? И батюшка так раз, так, знаете, так, ну нормально, так раз на меня. Як? За молитву гроші платити? Я ж, знаете, вошел в такое, как-то неудобно себя почувствовал, знаете. Думаю, та-то що, договоримося. Вот. И он подумал, що нам нужно на один раз помолиться. А молимся мы уже второй год там. И кроме молитвы уже и служение туда перенесли. Знаете, шабатнее. Вот. Потому что везде ходят, знаете, вот попробуй где-то сейчас найти место, где бы тебя без этих двух вакцин не пустили, там, без масок, там, масок всяких этих, знаете, ну, а там все нормально. То есть там никаких масок не надо, никаких этих, и молимся мы не в самом храме, а там у него есть за храмом, они построили духовный центр, знаете, и мы уже, там есть масса классов, знаете, там все, то есть мы там, вот сейчас я здесь, а батюшка в данный момент у меня шаббат ведет. Отец. Представляете? То есть мы так подошли уже, что я говорю, давайте откроем мессианскую синагогу при католической церкви. Знаете, переговоры такие ведем.
Он так дал мне там кучу книг каких-то вот почитать, что я же, вы же понимаете, что есть, конечно, разногласия, но мы же можем найти точки соприкосновения, где мы можем, знаете, ну, и тем более, что мы когда начали молиться, то есть, а начали мы таки в храме, ну, представляете себе, там три шофара трубит, пять барабанов, короче, этих самых, все там пляшут в этом. Католикам, что интересно, понравилось это движение, и начали присоединяться. А потом и батюшка открыл себя, принес еще там четыре барабана, короче, всякие там погремушки, трещотки, знаете. И пошла жара, кровавая, представляете, ну, то есть и люди в захоплении. Потом люди начали к нам приходить на молитву, чтобы креститься Святым Духом, знаете, то есть ихние парафияны. Вот, короче, а сейчас мы уже стали, как, знаете, как частью уже католической, как частью, вы понимаете. Понятно, что они пытались нас обратить в веру, знаете, на путь праведный, там, Мария, туда-сюда, все движения, ну как, не без этого, ну, мы видели, что тема не проходит, вот, как бы мы сохраняем свою именно идентичность, вот, и вот так вот все праздники, понимаете, Божьи, то есть батюшка с нами, говорит слово, и Песах, и Пурим, и Ханука, и все, понимаете, да, то есть кущу строили там на территории. А когда открывали там этот храм, он назван в честь Иоанна Павла II, то приехали с Ватикана, там понаезжало людей, с разных этих самых областей, знаете, римокатолики, все в таких этих мантиях, шапках, короче, там такое движение. И батюшка попросил, чтобы я Шма Израиль молился в этом собрании. И провозгласил вот эти слова Иоанна Павла II, что евреи, когда он говорил в римской синагоге, это наши старшие братья и корни нашей веры. И вот к этим корням, понимаете, то есть мы это идем, и это все стало доступным через молитву. Ну, потому что я бы на такой шаг никогда не осмелился. У меня вообще был предрассудок серьезный, там, Ватикан, зверь, там, ну, все дела, знаете. Потом я думаю, ну, а что делать, типа, я же ж не иду, что менять веру или еще что-то, ну. Вот, и слава Господу, из наших никто тоже не поменял. Знаете, это какая-то очередная проверка на этот самый, на веру, знаете, там, вот. И главное, что, да, вот такой вот шаг пошел. И Дом Божий, и мы действуем по нормальной еврейской стратегии, дружим, завязываем отношения с людьми, да, ну, ихними. Вот. И на личном уровне даже я раскопал там несколько евреев в окружении батюшки. Представляете? А он меня еще с православными свел. То есть прихожу на служение там православные, католики, знаете, и смотрю, стол кошерный. Ну, вообще, ни куска свинины нету, ничего не это самое. Ну, все, короче, и я говорю, а кто за стол ответственный? И там женщина говорит, это мы с дочкой, типа, это все это самое. Я говорю, так а что это? Говорю, а где обычная? А мы знали, что придет ребе, что надо, чтобы все кошерно было. Я говорю, а вы знаю, имеете понятие кошерности в этом? Да, там мама, бабушки, вот он ты какой. Вот, свои люди, видите, везде можно найти, знаете, да. То есть, как говорится, тех, кто кушает мацу, да, вот. И тем более, что если посмотреть на то слово, которое опирался еще, то есть Ребе его сегодня как бы озвучил, 56 глава пророка Исаии, тут написано, вообще тут она шла о присоединении иноплеменников к народу Израиля, к Богу, правильно? То есть если почитать, то есть тут здесь уникальнейшие вещи. Так говорит Господь, 56 глава,
Исаия. «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое, откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернений и оберегает руку свою, чтобы не сделать никого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившихся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, скажи, присоединившихся к Господу, чтобы, скажи, чтобы, во-первых, служить Богу, скажи, служить, любить, какие-то неактивные, скажи, служить, любить, так, любить. Бинокль достать. Ага. Кто его знает, может там что? Тут надежнее. И сыновей присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо дерзащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Вау! Оказывается, что у нееврея даже есть часть стать выше, чем родному сыну или дочери, если он всем сердцем ухватится за Бога, начнет служить, любить имя Господа, да? Хранить там все, что надо, почитать день Всевышнего, да? То есть, что здесь говорится? Что он приведет на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Молитва должна быть радостью. Молитва – это вход, это дверь в дом Всевышнего, в который мы с вами входим. Ну, обрадую в доме молитвы. Вот. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Не только для Израиля, представляете? Но для всех народов. Тогда даже они не подразумевали, что Всевышний начнет спасать все народы. Но на сегодняшний день храма нема на земле. Но есть храм небесный, в который мы имеем с вами доступ. И имеем право к нему приступать со всех народов земли. Вы представляете, да? И то есть, ну ладно, хорошо, приступили. А о чем молиться? Вот, например, язычники, что, ну как они привыкли, да? Если ты ходишь куда-то в церковь, ты просишь о своем благополучии, вот, что там тебе не хватает в жизни, да? Свои мечты там Всевышнему говоришь, там, вот мне надо то, 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 это. Неплохо бы было, чтобы еще то было, вот. А еще что лучше, чтобы вот так оно было. И люди себе чистой душою, ну, щирую душою, скажем так, да? Просят Всевышнего там каких-то земных благ, знаете, чтобы как-то он проявил участие, потому что тяжело жить сейчас становится. Вы представляете, 3 года назад, 4, легче, оказывается, жилось. Хотя казалось, вот как тяжело типа живется, да? А сейчас вот это пришло, хочешь не хочешь, но у меня несколько знакомых умерло, знаете, плюс это самое, ну то есть вся планета Земля, слушайте, в страхе. Тут без Всевышнего очень тяжело сохранить равновесие, да? Ну, то есть не просто, даже не помогают и некоторые, как объяснить, не помогают некоторые традиционные даже молитвы. Но живое присутствие Всевышнего, оно тебя хранит в шаломе, правильно? Ну, в Божьем шаломе, в исцелении. Ну, то есть только Бог способен тебя сейчас, типа, провести, сохранить. Да и не сейчас, в любое, по сути, это время. Ну, и обеспечить все, что тебе надо. Ну, хорошо, ну, пришли, о чем молиться? То есть в молитве, вы понимаете, приходит свежий вкус Бога. В молитве ты познаешь себя нового.
Молитва, она раскрывает в тебе тот дар, который Всевышний заложил, те способности, ту миссию, которую ты должен сделать. Ну, и чем больше ты молишься, тем легче тебе это все исполнять и делать. Ну, то есть я сейчас говорю о длительности молитвы. Потому что первый час, как правило, человек привязан мозгами, это уже из практики. Ну, ходишь, молишься, да, ты же о чем-то думаешь. А потом приходит момент, ты уже как бы мысли у тебя теряются, но где-то после третьего часа реально ты чувствуешь, как Дух Божий приходит и начинает уже не ты молишься, Он тебя уже несет. И после этой молитвы ты чувствуешь, что ты другой. Ты другой. Другие вещи. Я когда-то, знаете, перед тем, как ехать на молитву, в бизнес завел. Ну, пришла к нам женщина, профессиональный продавец, знаете, говорит, всю жизнь закончила торгово-экономический какой-то там, не помню там что. Вот, говорит, всю жизнь проработала на торговле. Говорит, ребе, открываем точку на базаре. Значит, я знаю, где сам пойдешь самым дешевым ценам все купить. Значит, все это самое, все будет хорошо. Но я говорю, это хорошо, открываем. Только загрузили будку товаром, знаете, там сняли будку на базаре, загрузили товаром, там все, знаете. И тут я поехал на молитву, а она пошла в запой. Я приезжаю, знаете, они в запой, я думаю, ну я же никогда не продавал, что я буду делать, типа, ну, конечно, могу попробовать в этой роли. Вот, приехал, короче, знаете, сел, продаю. За день продал что-то, пачку спичек и рулон бумаги туалетной, знаете. А там же, слушайте, сотни всяких товаров, короче, ну. И я жене говорю, слушай, давай помолимся, короче, что делать. И написали там 5 пунктов. Я ее с этим списком отправил в одну комнату, сам пошел в другую. Я говорю, вот что тебе Бог скажет, птички поставишь там, ну, потом сверим. Вот. И молюсь, говорю, Господи, что с будкой делать? Говорит, сдавай, ну, типа, сплавляй. Отказывается. То есть до этого я стал жертвою, потому что у меня не было, ну где-то, знаете, суета украла, размазала, знаете, вот это все. А когда взыскал Всевышнего, он сказал, давай скидывай, потому что будешь профессиональным продавцом, оно тебе надо 100 лет. Ну. И потом я сижу и думаю на этой будке, а как ее, как, что сделать? И тут приходит слово «распродажа». Взял, написал картонку «распродажа», за день все выкупили. То есть, ну, правда, я, конечно, распродажу поставил просто, знаете, ну, пару копеек разница. Но само слово «распродажа», знаете, все ушло, что я даже думаю, может, еще раз распродажу сделать, будку загрузить по-новому, знаете, ну. Вот. Ну, то есть Бог, Он выводит, даже если ты попадаешь в какие-то движения. А по другому пункту, знаете, спрашиваю, молчит. Я говорю, Боже, что ты молчишь? Я говорю, потому что меня тут нету. То есть заговорил. Вот такие вот приколы. И когда жена принесла список, мы сверились, та ты что, и тоже так, такое же было. Взяли все, что надо, откинули в сторону, пошли дальше. Ну, понимаете, твоя душа, она ж может в любой момент отойти от Бога. И отойти так просто, так легко. Знаете, возвращаться как-то тяжеловато, типа, ну, но это надо начинать с решения. То есть ты принимаешь решение в разуме, и ты начинаешь уделять Творцу больше времени. Понимаете, да? То есть, и очень важно начать со стабильности. Ну, то есть, и когда, и это самодисциплина, что является плодом Духа в Галатам, да? То есть, и когда у тебя начинается личный рост, у тебя песни новые появятся, у тебя проповеди новые пойдут. У тебя, короче, ну, потому что дар начнет развивать себя, если ты будешь много молиться. И чем больше молитвы, тем больше, понимаете, тем меньше всякой ерунды придет в твою жизнь, типа, ну. Не придется никому ничего разгонять, там с бичом бегать, знаете. Служения тоже проваливаются по причине чего? Когда нет нормальной молитвы. Когда Бог не движется в твоем служении, а движется разные там, ну, мы же 100% уверен, разные технологии можно было брать, да? Где что работает, а у тебя ничего не работает. Не пробовали такой момент? Ну, берешь технологию, там оно работает, а тут не работает.
А когда интересуешься, сколько там молится, сколько здесь, ты понимаешь, почему не работает. Или вообще, когда начинаешь молиться, понимаешь, что ну, вообще тебе не надо 100 лет, тебе надо совершенно другое. Типа. Ну, поэтому молитва, как говорил Ян Гичо, это ключ к пробуждению или ключ к возрождению души, духа и всего, что из этого следует, друзья. Поэтому очень хорошо, знаете, сделать такой молитвенный жертвенник и начинать. Кстати, мы проводим, сейчас будем на весне тоже делать какой-то выезд в Карпаты, в плане молитвенном. Вот, так что, если будут желания, желания. Вот, мы же, кстати, и познакомились-то на молитве, да? Рома с командой приехали в Карпаты, и как раз у нас был этот такой молитвенный, где-то у нас там день были, да? Ну, проезжали. Это очень и очень интересный формат. Ну, во-первых, нету никаких перетягиваний, каната ни туда, ни сюда, а просто ты действительно попадаешь в это и выходишь. Але якщо ми не знаємо історії нашої, то я вам хочу сказати. Єшуа. Вперед, треба чувствовать ти. Твоя нога, одна ли вторая, вперед, впереди. Ашмина, Бемало, Дошим, Ори, Кезохар, Ахатракия, Маскарин.